На кольце Третьей рабочей столкнулись два автомобиля. Водитель одного не знал, как правильно передвигаться по городским дорогам. Автомобиль Toyota Oppo движется по кольцу Третьей рабочей. Молодой водитель универсала знает, что его машина идет по главной, и значит, все должны ему уступать. Увы, но далеко не все разделяют его мнение по этому вопросу. Как результат, в передний бампер Toyota на всем ходу въезжает тяжелый автобус Toyota Hiace. Удар оказывается сильным, настолько, что отнюдь нелегкую Oppo разворачивает. Вмятый бампер, расколотая оптика – первые самые заметные результаты неожиданной встречи. Ремонт автобуса не займет много времени и не потребует больших затрат. Чего нельзя сказать о его ни в чем не повинном оппоненте. Водитель универсала надежд на легкое решение вопроса с ремонтом не питает. И по этой причине предпочитает разбираться при посредничестве сотрудников ГИБДД. Произошло ДТП на районе перекрестка Третья рабочая. Двигался Toyota Oppo автомобиль по кольцу, то есть по главной дороге. Здесь перекресток с организованным круговым движением. Из-по знака «Уступи дорогу» выехал Toyota Hiace и совершил столкновение с данным автомобилем. Собственник, он же водитель Toyota Oppo, посчитает, что ущерб у него более 50 тысяч рублей, поэтому оформление будет происходить через ГИБДД. Так и осталось тайной, что же подвигло мирный микроавтобус так вероломно напасть на беззащитный универсал. Водитель микрика от пояснений уклонился, объясняя свое поведение незнанием проезда именно этого перекрестка. Хотя бы почему-то, не знал или что? Я бы знал. Не знал? Однако оправдаться этим не удастся. Присутствие на пути Hiace знака «Уступи дорогу» четко указывает на то, как именно должен был поступить хозяин микроавтобуса. Уступить, а не экспериментировать и искать приключения на серебристую Oppo.